Кто смотрел, он, это вот самый гениальный клип, это самый вот пиздец из всего пиздеца, который может быть, потому что он его так преподносил. Еще Морган говорил, что типа, ребята, разбаньте меня, Twitch, разбаньте меня, иначе вам пизда реально. Куплю процент от кика, и все, вам пизда, никто на вашу площадку не зайдет. Леха, надави. Три твоих любимых артистов, кроме Платина. Ну, сейчас у Моргана, те, кто его достаточно давно знает, вы знаете, что он очень цикличный, и он сейчас опять в состоянии бога находится. И это когда вам повезло, что вы живете со мной на одной планете в одно время. Вот. А, это все? Где? Давай, Романов, удивляй. Что там Романов нахуй навытворял, интересно? Ну, блядь, давай. Блядь, давай. Так. Ты снова куришь, снова слезы на твоих щеках. Опять ждала меня бухого до 7 утра. Обещал, что я всю жизнь буду любить тебя. Я рэпер, зай, мои слова не стоят нихуя. Я подонок, я изменщик, я газлайтер. Ебать. Абьюзер, я не нравлюсь твоей маме, ты хуй с ней. Ну да пусть. Детка, хватит мне уже давать. Шанс. Счастье это не для нас. Ебать. Последняя любовь. Пепел на простынях. Бери все мои вещи, выкидывай из окна. Последняя любовь. Плачешь, а мне плевать. Ты больше не поверишь никому и никому. А ты вернула все подарки, отписалась в инсте. В общем, сделала всю ту хуйню, что делает все. И я оставлю тебе травмы, когда брошу тебя. Ведь ты же так искала парня, что похож на отца. И когда но, детка, я не плохой парень, я плохой человек. И я нормальным быть пытался, но я заебался. Я рожден уёбком, недостойным любви. Извини. Последняя любовь. Пепел на простынях. Бери все мои вещи, выкидывай из окна. Последняя любовь. Плачешь, а мне плевать. Ты больше не поверишь никому и никогда. Ебать. Реверс уже сделали? Реверс сделали? Хочу реверс посмотреть. Ебать. Круто, пиздец. Бля, Романов ебанутый красавчик. Вообще.
27. Это глуп. Извини. Последняя любовь. Охуенно. Реверс дайте. Грандиозные иксы. Краш. Кейсы на сайте UpX. По моему промокоду получи бонус на баланс. Тут звук. Тут не будет никакой этой хуйни. Не, я так и... Нет, я сюжет плюс-минус понял и с реверсом-то этой хуйни. Бля, охуенно. Глаза закройте, вам нельзя такое смотреть. Ты снова куришь, снова слезы на твоих щеках. Опять ждала меня бухого до 7 утра. А обещал, что я всю жизнь буду любить тебя. Я рэпер, зай, мои слова не стоят нихуя. Я подонок, я изменщик, я газлайтер и абьюзер. Я не нравлюсь твоей маме, ты хуй с ней. Охуенно. Последняя любовь, пепел на простынях. Бери все мои вещи, выкидывай из окна. Последняя любовь, плачешь, а мне плевать. Ты больше не поверишь никому и никогда. Охуенно, бля. А ты вернула все подарки, отписалась в инсте. Вообще сделала все то. Чью маму поцеловал сейчас? Ты долбоёб, ты нахуя так пишешь, Максимик? Извини. Последняя любовь, пепел на простынях. Бери все мои вещи, выкидывай из окна. Последняя любовь, плачешь, а мне плевать. Ты больше не поверишь никому и никогда. А, блядь, там тут взрывчик. Ебать. Ебанутый Джокер, блядь. Охуенно. Александр Романов. Снимаю невидимую шляпу. Аплаудио. Аплаудио. Directed by Ischenko. Ischenko. Снимаю шляпу. Аплаудио.
Люблю кореша за глазки, не заметит. Ёб твою мать, нахуй. Я заметил, забаньте. Жестко, здорово, охуенно, круто. Круто, погодите, мне интересно. Это не Романов директед? Это он под своим продюсированием типа сделал, а директор... Меня что, в долбоёб шоу пригласили? Минус 4 очка, оскорбление ведущего. Пошёл нахуй. Охуенно. Ну тут вот... вот актер, директор Валерий Исченко. Да. Да, это не Романов снимал, это он продюсировал, я думаю. Он следил за процессом. Ну, вот это круто, не с точки зрения Романов продакшн, в свой продакшн набирать кучу разных талантливейших режиссеров и давать им работу, это ебать как круто, нахуй. Это охуенно вообще, блядь. Охуительно.